Да! Да! Бляр! Кирголд! Чувак, у него АКР! АКР Техаса трек 3 Панишера. И 1000 кило! Здарова всем, ребята, Кентуха на проводе, и прямо сегодня будет крайне необычное видео, потому что, ребята, во-первых, оно не кликбейт, во-вторых, это будет дуэль на Керамбит Голд, и чем же все это закончится, вы просто будете в шоке, я скажу только одно, вас ждет контент. Ну да, кстати, не забываем, мало ли кому-то из вас нужны эти перчаточки, прямо сейчас лайк, подписка, любой хороший комментарий и смотрим видео без перемоток. Всем желаю удачи и приятного просмотра. Брат, покажи Керголд. Бляр! Кирголд! Чувак, у него АКР! АКР Техаса трек 3 Панишера! И 1000 кило! Настоящий Кирголд! Да, 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 да! Блин, чувак, просто представь, если я еще выберу Кирголд, но это же будет жесть, не? Но он жесткий кибер, вот так я тебе скажу. По всей видимости, он жесткий кибер. Ну сейчас мы его проверим-то. Брат, сколько тебе лет? Сколько тебе лет? Напиши, потому что я не играю, если тебе меньше 18. Сколько тебе лет, родной? Как же он аккуратно играет, пацаны, это жесть. Двенадцать кп! 1-0! Взял! Не, это кибер. Ля, чувак, у него каждый скин статрек, на котором до хрена киллов. То есть у него максимум МП7, но с МП7 он, я думаю, вряд ли перестреляет, если на М16. Просто 2-0! Пацаны, дуэль на Кирголд. Это не шутка, это не пранк. Вот это типа реально есть Кирголд. Он нам ее показывал, выставлял на рынок. Мало ли кто не видел, пересмотрите стрим. Кирголд, если выиграю, он меня не заскамит. Брат, я про тебе видео выпущу. Я тебе клянусь, если ты меня не заскамишь, брат. Чувак. Я вот боюсь перезарядить, у меня 17 патронов. И не зря. 3-0. Просто, чувак, что я творю? А он бьется с инфалом. Чувак, помнишь, это так раньше я говорил? Если ты в первом раунде купил Tech9, и первый раунд ты просрал, то по факту 3 раунда выбрасывай из игры. И вот прямо сейчас это произошло. 3-0. Ну давай, расскажу анекдот. Быстрый или... Быстрый. Приходят три молодых пацана к старцу и спрашивают: старец, а почему это ты так долго живешь? И старец им говорит: да я просто ни на что не заморачиваюсь и ни о чем не думаю. И у него спросили: а как это? Он задумался и умер. Поехали. Все, брат, еще после этого я обязан затащить. За старца и ох, че я дал! А он был с М16, чувак! Все, вот именно сейчас, чувак, да. Просто в смысле 4-0, 4-0 и Кирголд. Он отдаст, это, ну, у него реально Кирголд, он реально не кидок. Все, чувак, я сейчас засел полный на ступеньках, те, что возле меда, и просто буду его ждать. Сейчас, кстати, мы проверим, он стрим-снайпер или нет, надеюсь, нет. 5 минут later. О, не, он не стрим-снайпер, 5-0. Чувак, 5-0! Ты понимаешь, Кирголд будет моим. Вот мне интересно, он будет прыгать или будет проходить? Как... Ой-ой-ой, 6-1! Просто Авик зарешал, чувак. Это имба! Пацаны, давай. Дуэль на Керамбит Голд. Прифанем. 3, 2, прыгает. Но я говорил, что он понял. А теперь смотрите, собери тактику. Попал! Если попал на полгам, у него 4 хп, по идее. То есть его можно он просто сейчас... Да, пистолета добивает. Да! 7-1! Охренеть, ну, чувак! Надо взять разочек М40. Разочек. Это тренинг, 7-1. Ладно. Не, чувак. Не, что ты понимал? Без здоров он играет очень хорошо. Просто не знаю, почему мне сейчас залетает. Мне сейчас тупо залетает. Чувак, а с зумом стрелять или без, как думаешь, лучше? Конечно, без, чувак. Ну ты же, ну, не нуб галимый с зумом. Тогда можно было и авапу взять. Он меня боится, понял? No zoom, пальба. Он пишет: а можно, если я проиграю, все равно пиар и в клан. Да, брат. Чувак, он тут подпрыгнул, понял, стекла мне дал вон там. Не, братик, вот это. Нет, не надо мне заливать, что это не рандом. Просто что сейчас происходит? Пал, я думаю, надо в дискорд позвать, понял, после катки. Чувак, он начинает камбэчить, 7-3. Ладно, все, я понял. Выключаем режим, говорится, киберспортсменов, включаем режим Кента ПК. Берем М16, берем гранатки, хаишечки, флешечки, дым, все, поехали. Ух, чувак, я сейчас сделал такую глупость, ты не представляешь. Справа. Да. Знаешь, чувак, зачем я выиграл? За счет того, что ты мне говорил, что слышно, когда тип зумится. Вот я реально услышал, что он зумится, и выиграл 8-3. Ха-ха! Кирголд мой! Так, пацаны, я просто извиняюсь, я просто до сих пор не верю, что, ну, что это все реально.
Тише, мне плохо, брат, я тебя добавлю в клан, я тебя пропиарю. Я видео отдельно нахрен про тебя сделал, брат. Керамбит голд за 0.03, все правильно? Родненький. Керамбит голд за 0.03, правильно, друг? Это трындец, сердце бьется. Брат, смотри, ты готов, да? Ты меня слышишь? Все, выходи из лобби, заходи на рынок, брат. Сейчас будет история. Ты меня слышишь сейчас, по идее, смотри. Прямо сейчас я буду ставить запрос. Ты поставь пока, понял? То есть подготовь, сделай такую плашку, чтобы было продать за 0.3. То есть я тебе просто скажу, когда надо будет продавать, понял? Я сейчас поставлю запрос. Давай, брат, я тебе скажу, когда. Просто готовься. Им цену сказал хотя бы. Сейчас я скажу. Не-не, он поймет. Я ему сейчас скажу, он меня слышит в лобби. Тихонько. Просто это история. Брат, давай. Просто прямо сейчас. Не-не-не, сейчас будут фейки. Сейчас будет проверка на байтера. Подожди, стой. Я скажу, когда. Сливай! Сливайся за 3000! Сливай, брат! Сливай, Кирхол! Сливай! Да! Да! Не могу. Просто как его зовут? Мне никогда в жизни никто не делал такого подарка. Не, чувак, я сейчас заплачу. Не, чувак, за что? Просто почему именно я? Почему ты решил на мне? Куча других ютуберов. Почему? Блин, просто спасибо. Есть тиктаки, там всякие там сны и вели. Именно я. Просто это трындец. Я всю жизнь буду помнить этот момент. Неплохо. Мне просто реально плохо. Извините, пацаны. Извините, что я, может, не такой эмоциональный. Мне реально плохо. Брат, без проблем, Лёха. Чё, просто чекай рынок. Просто чекай. Мать его. 2 керабита гол! Я тебя люблю. Ну и, конечно же, ссылочку, как обещал, на Максима я оставлю в описании. Ну а с вами был ваш Кентуха, обязательно прожмите лайк, подпишитесь, и удачи, всем пока!